Так, ага. Это достал, сейф у меня на послезавтра вроде, потому что послезавтра у меня с Михалычем договоренность, ну, шуры-муры там обменять. И наконец-то! Наконец-то я уже более-менее обустроил свой дом, ёханый бабай, как это было сложно, ты сам это видел. Новый телевизор! Я также его еще ни разу не включал, зато вы только посмотрите, что я себе уже успел купить. Плойку четвертую, ща как зарубимся. Как делишки, ребятишки, первый раз я радостным начинаю новую серию грабителя. Ну, не грабителя, а дома Катюхи. Так, где мой пульт? Да хватит там стучать! Если это ты грабитель, я тебе коки на шмоки натяну. Если это не грабитель, я... Ну, а кто это может быть? Может, Катюха пешком 6 тысяч километров из Новосибирска в Португалию притопала опять? А, не знаю. А, может, это моя сводная двоюродная внебрачная дочь, которой у меня нет? Не знаю. А может, Перчик научился звонить в домофон, не? А, кто это может быть, а? Кто это может быть? Ты собака сутулая! Здравствуйте, я шериф вашего района, у меня ордер на обыск вашего дома. Начальник, извините, я думал, это опять грабитель. Кстати, в вашем районе здесь очень много грабителей. Ядрить, колотить, вот я попал, конечно. В нашем районе нет грабителей. Ага, да. Поэтому каждый день кто-то дохочет меня... Хочет меня обокрасть. Шериф, а что это вы делаете, а? Шериф, это мы заберем. А что вы взяли то, что у вас есть право это у меня забрать? Положите на место! Слушайте, мне недавно пропало это у одного жителя. Это у меня пропало в прошлой серии! Ах ты, воришка, про... Ах ты, еще один грабитель! Опустите пушку, пожалуйста, я не... Это... Руки вверх поднял, ничего больше делать не буду. Я сейчас тебе челюсть прострел... Начальник, извините, я небольшая оплошность вышла. Я подумал, вы грабитель. Уберите ствол, уберите волыну, пожалуйста. Какой ордер? Я ничего не сделал. Это у меня как раз таки вчера грабитель украл. Я все заново покупал. Каждый день новый телевизор Шкура медведя. Шкура медведя. Разрешите поинтересоваться, а чем вы занимаетесь, мистер начальник, шериф нашего района, в котором нет грабителей в скобочках? Это место преступления. Какое место преступления? Подождите, так вы сейчас сами пришли, стараторили у меня золотую статуэтку, и сейчас оккупировали это здание, и сами мне говорите, что это место преступления. Так вы преступник, вы у меня украли золотую статуэтку, верните, пожалуйста. Только ствол не доставайте, пожалуйста, опять оттуда. Начальник, вы подозреваетесь в одном преступлении. В каком преступлении? А я разве что могу подозреваться в том, что я жертва всех преступлений на этой планете. Ко мне каждый год... Знаете, я уже могу просто чайную церемонию устраивать, просто собирать всех воров этого района, сидеть с ними чайчочек попивать. В каком очень плохом? Вы не можете сказать, в каком преступлении я подозреваюсь? То, что живу в районе дебилов! Вот это да, если это преступление, то да, согласен. Кухня. Вот, да. Кухня, здесь ничего такого нет. А, вот. Разве что электрошокер в моей руке, но я его спрячу на всякий случай от греха подальше. Это мы тоже забираем. Золотой... Что там будет? Держатель для свечи золотой, ага. Может, хватит у меня все забирать? Сейчас, дайте я возьму что-то пожрать. Катюха приготовила на 3 месяца вперед. А то, ну как бы я свалил, а жрать-то что-то нужно. Можете угоститься, это мы тоже заберем. Что? Вдруг там наркотики? Где наркотики? Вы про что? В чем наркотики? Вы дебил? Извините, пожалуйста, простите ради бога и ради всего святого. Вы дебил? Вот, дай лазанью, сейчас... Опа, ничего там нет. Какие наркотики? Катюха еду мне приготовил. Давайте вы сидите отравленную оливьешку... И посмотрим, что с вами случится.
Те, кто смотрит жизнь ютубера, знают, что с вами случится. Ну, ладно. У меня зрачки расширились из-за того, что я скушал Катюхину лазанью. Хотите отравить? Нет, я никого не хотел отравить. Это баба Галя отравила всех, отравленная львешка. Я здесь вообще ни при чем, начальник-преступник. Мистер начальник нашего района, да. Ты смотри, какая собака сутуляка, всю еду старотыбзил. Вы украли, конфисковали у меня против... Разрешите не блокировать мою... Пожалуйста, я там кушать собирался после того, как вы уйдете, хорошо? Давайте вы... Дебил! Ну, я в смысле, я дебил, да, надо было так изначально это все оставить. Все, можете уходить обратно, может, все, давайте попрощаемся откройте. А, так я открыл, вот дверь, вот сюда выходить, вот сюда, вот так, ногами нужно перебирать и прям туда в яму. Это, что это? Откройте. А, открыл, вот открыл дверь, пожалуйста, заходите. Вот сюда, ага, это. А вход туда, вот через вот эту дверь. Да уберите в ствол, начальник, я ничего не делал, пожалуйста. Апа, если я свой ствол достану, электрошокер! Ну да, конечно, мой ствол с вашим не сравнится, поэтому я его лучше уберу. Начальник, она заблокирована, я не могу вас туда пустить, она не открывается. Вход туда, за эту дверь, через вот этот, вот, через подвал. Открыл их в тюрьму. Да я не могу открыть эту дверь, ядрить, колотить, она заперта, вот смотрите, не открывается. Я ничего не могу делать. Ой, как он меня достал, конечно. Что? Над животными издеваетесь? Ну, если вас можно посчитать за животным, то да. Извините, начальник, подождите, пожалуйста. Я просто сильно чихнул, вас сдуло аж. Начальник, уберите ствол, пожалуйста. В смысле над животными издеваюсь? Это осел? Он яму охраняет. Уже третью серию подряд. Не трогайте осла, пожалуйста. Это осел. Он мирное животное. Ой, Да не трогайте осла, это охранник мой. Ага. А, ну все, ну и раз вы там застряли. Ой, как дичь эту застро... Да как это... не успел. Да, вот такие вот у нас дела, да, начальник, я согласен. А здесь подвал, там ничего страшного, ничего там, ничего нет, начальник, ничего там нет, поэтому давайте, проходим дальше, пошлите туда. Посылаю вас в другое место, а не туда, пошлите лучше наверх. Посылаю вас наверх туда, пошлите, или вообще за дверь, так еще лучше даже будет. Пошли, начальник, вы скрываете что-то? По секрету вам скажу, да. У меня соседы дебилы! И шериф этого города тоже. Не вы, а другой шериф. Вот. Вы нормальный. Поэтому да, вот это единственное, что я скрываю. Пошли. Ну ладно, давайте проходите. Покойтесь с миром, господин начальник, мистер полицейский. Слушайте, так бы сразу мне нужно это было все сделать, поэтому. Вот. Я, короче! В душу не чаю, откуда там крипер? Надо было местность там осветить, а то, ну, крипер был, и что это, крипер? Это крипер был! Короче, зеленая жижа такая, вот. А может, туда не надо, начальник? Ну ладно, пошли, хорошо. Сраный крипер, я сам не знаю, откуда он там взялся. В общем, вот. Здесь ничего такого нет, здесь у меня плавильня, здесь у меня склад, короче, склад. Вы продаете нелегально золото? В смысле, нелегально, я его сам добываю в шахтах, я налоги за него не плачу. Начальник, давай, может, мы договоримся, заберите... Не, поплачу! Заберите одно золото и по рукам, может. Хорошо? Я вот... Что? Алмаз заберу. А нет, алмаз не стоит! Алмаз не стоит забирать, начальник. Вообще, я... Знаете почему? Потому что я его подготовил для другого человека. Это необычный алмаз. Не стоит даже к нему прикасаться, начальник. Предупреждаю, ради вашего здоровья. Лучше золото заберите. Не трогать, не надо. Чё за дичь? Этот алмаз должен был взорваться. Я же главу...
Я что, туда обычный алмаз поставил, а не ловушку, которая взрывается? Просрал алмаз. Начальник, вы у меня всю жизнь уже отобрали. Может, проваливайте? Пройдет. А еще и наверх ему нужно пройти. Там ничего нет. А что тут? Ничего там нет. Видите, забаррикадировано. Там внутри ничего нет. Ничего там нет. Начальник, вы видите, там ничего нет. Там пустая комната. Ну, сральник там, допустим, будет. Да откуда я могу знать? Я еще ничего там даже не сделал. Пристали, пристающий. Пу! 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 Начальник. Не обращай внимания, простыл, просто простудился. Да, сложно живется в нашем. Катюха мне, конечно, подарила отличный дом в хорошем районе. Да, это золотая кнопка, начальник. Ради всего, ради греха подальше. Не забирайте, со всеми людьми, которые забирают эту золотую кнопку, происходит что-то ужасное. А тут что? Ловушка здесь, начальник. Да, вот. Поэтому я вам говорил то, что не стоит здесь ничего делать, не стоит. Я вам говорил, начальник, а все, он сдох. Здравствуйте, мордаствуйте. В общем, ну, все, у меня больше ничего нет, вы меня уже все забрали. Поэтому, ну, давайте помилуй меня, бог Майнкрафта, не трогайте, пожалуйста, телевизор. Это второй телевизор, который я покупаю и даже не успеваю его один раз включить. В магазине это было украдено. А плойку-то за что? В смысле это было украдено? Это было украдено за мои деньги. Я заплатил за то, чтобы это забрать из магазина. Когда ты отдаешь деньги за что-то, это не значит, что ты украл. Это купил называется. Начальник, может вам словарь подарить или там азбуку, чтобы значение слов выучили? Украдено и куплено — это разные вещи. Ой. Там моя комната. Носки вонючие разбросал по комнате. Не заходите, воняет ужасно просто. Открыл. А да я не могу открыть, я забаррикадировано все, начальник. Вот, никак не могу открыть, забаррикадировано. Баррикады везде. Живо открыл и пуля в лоб! Ладно, начальник. Сейчас, подождите, дайте-ка я там что-то уберу, и потом вы сюда зайдете. Вот, это спрятано. Ой. Ничего не ясно, ничего не ясно. Это не то, что вы подумали. Какую тюрьму? Какую тюрьму? Начальник! Ой, случайно не то сломал, подождите, дайте я. Вот так. Начальник, это совсем не то, что вы подумали, это манекен. Я просто пугал им грабителя в прошлой серии. Лучше бы вы это грабители ловили, как нарывались на законопослушных гражданин. Жестокий режим, какой же. Не надо, пожалуйста, начальник, в тюрьму в жестокий режим. Не надо, у меня собака. А, кстати, где моя собака? Вы случайно. Давайте в розыск подадим. У меня перчик пропал, дебила кусок этот. Это манекен! Это манекен. Ага. Пароль. От чего? Пароль? От сейфа. Пароль от. Да, у сейфа есть пароль. Я в курсе, да, пароль от сейфа. Я знаю то, что у сейфов есть всегда пароль. Умный вы человек, умный вы. Живо сказал или убью. Сказал! Сказал! Я сказал! Пароль! Сказать пароль! Слово пароль сказать! Пароль! Сказал слово пароль! Еще раз, пароль! Я сказал! Не играй со мной, пацан! Я не играю с вами. Шашек вроде шахмат у нас у меня нет дома, поэтому я ни во что с вами не играю. Да и в плойку я не играю, вы только что ее забрали. Живо сказал пароль. Пароль! Динозавр! Мне в нос 228355! Не надо! Не надо стрелять! Я сказал пароль, динозавр 228 в лоб. Живо! Я не знаю пароль, начальник! Дебил! Ёханый ты попал! Что же за люди, дебилы такие-то попадаются, начальник, отстаньте! Ядрить, колотить! Так и да! И что это за дичь, разрешите поинтересоваться? Это как называется? Ты чё, меня дом забрал? Сволочь продажная! Радуется, не нарадуется, отжал у меня дом. Только ничего там. Да он сейф никак не сможет открыть.
Не зря это мой суперсекретно-секретарский, секретно-забункированный секрет в секретном сундучном секрете. Никто не сможет его открыть. Шкаф-то зачем трогал, дебил? Короче, проблемы я не искал, а они осел меня сами нашли. Электрошокер-то хоть работает? И даже электрошокер не работает. Кто не видел предыдущую серию, посмотри. Там вернулась Катюха. Точнее, просто дебил-грабитель переоделся в Катюху, надел платье и чуть меня не обманул. Что произошло в этой серии, я не знаю, но мне как-то в следующей серии нужно будет вернуть свой дом. Не все так просто с этим полицейским. Продажный шериф какой-то. Ладно, вот сейчас я попрошу тебя поставить лайкусик. Хоть в прошлой серии я просил тебя не ставить лайк, чтобы новая серия не вышла. Но сейчас нужно, чтобы она вышла как можно скорее. Потому что если она не выйдет, извиняюсь за выражение, я прококундяю дом Катюхи. Этого позволить я не могу. Бегает там, радуется. Сейчас в плойку мою играть небось будет. Короче, спасибо тебе огромное за просмотр. Ждем следующей серии. Жизнь прекрасна. Только когда шерифы нашего района не придурочные такие! Не дрить колотить, да?